Лазарева возвращаться на родину боится, знает, что наговорила лишнего, поэтому ее планы на будущее связаны исключительно с Испанией. Я не ассимилировалась в Испании. Я не говорю достаточно на языке для того, чтобы понимать испанскую жизнь, ее традиции. Я все-таки больше общаюсь с русскоязычным. И вот по этому поводу я как раз думаю сейчас открыть здесь какое-то место, прямо вот клуб. У иноагента, условно говоря. Свои нью-васюки Лазарева уже продумала до мелочей, чего там только нет. И зона коворкинга со скоростным интернетом, и библиотека, и магазины. Такая вот рабочая зона будет в этом месте. Обязательно будет бар с хорошими напитками и закусками. А еще в заведении иноагента будут проходить творческие вечера, бизнес-встречи, заседания клуба мамочек и даже папочек. Одним словом, с фантазией у Лазаревой все хорошо. Но первым делом юмористка продумала, на чем можно будет заработать. И там будет обязательно, мы будем продавать всякий мерч, вот эти все.